тебе же. У меня на них иммунитет. Оформляются сейчас уже парни. Это что? Да. И день добрый. Здравствуйте. Добрый день. А что человек у вас в машине делает, скажите, пожалуйста? Даем ему снижение. А? Даем ему снижение. Так вроде ж как бы нельзя. Я его запросил, он самостоятельно просил. Да, да, да. Я перепрошую, товарищ, да. Товарищ, вы згодні, щоб вас знімали зараз на відео? Ні, я не хотів би. Все. Я не хотів би фігурувати, якби це щось там серйозне, то друге діло, могли б я вам щось там відповісти, там, чи якось. Ну. Чоловік проти того, щоб ви його знімали на відео, хоч будьте добрі. Це просто, якби щось серйозне було, тоді друге діло. Можна тоді, я б тоді... А що, ви щось порушили? Та нічого я не порушив, просто... Ви маєте право, ви не А протокол тоді на що составляється, якщо ви нічого не порушували? Ну, нічого я не порушив, ну, чого? Я прийшов до чоловіка, значить... Ну, ви не порушували нічого? Ні. А за що ж вас тоді зупинили? І протокол составляється? Мають право, я не хочу... Що ти? Пожалуйста, ну ви як ото знаєте, як ото кореспонденти, Бог знає де. Це просто якось мені не. Я зрозумів. Ізвиніть, пожалуйста. Да. Ну як хочете. До побачення. В общем, как-то так. То есть инспектора подготовили водителя, отдали ему в руки документы. Хотя до этого документы, как бы я пока включал камеру, видел, что документы были у инспектора. Я не знаю, чем они его нашували, но, в общем, водитель такой весь, руки трясутся, если это было на камеру, конечно, видно. Камерой бы это снимал на мобильный телефон, поэтому не уверен, что это будет видно. Но руки, в общем, у дяденьки вот так мандражируют. Чем-то они его хорошенько так припугали. Утверждает водитель, что не нарушал ничего. В тот же момент инспектора составляют протокол. Ну, в принципе, вот как-то так. Непонятная ситуация довольно-таки. Кто нарушал и кого за что оформляют. В принципе, как-то так. Пока все. Пока-пока. Протокол так они не составили. Ну вот на том же месте мы проезжаем, прошло 2 минуты, вот здесь стояла машина инспектора ГАИ вот на этом самом месте. То есть за 2 минуты инспектора составили протокол. В принципе, ну как бы это нереально, потому что когда я подошел, то протокол начинал только составляться. То есть инспектор заполнял шапку протокола вторую строчку. Как так быстро инспектора... Все порешали, я не пойму почему-то. Ну, в общем, я заехал в гараж, открыл дверь, положил вещи в багажник и уехал. То есть 2 минуты это заняло. Инспекторов уже на месте нет. Как-то все так сказочно у нас в Южноукраинске происходит. Быстро протоколы заполняются. Но у человека, я не знаю, какой-то синдром раба такой, у водителя. Если ты говоришь, что тебя остановили без причины, то ну, будь добр, отстаивай свою позицию. Как бы водитель непонятно, то ли его отпустили, то ли составили протокол. Ну протокол составляли, то есть инспектор уже, скажем так, бланк испортил протокола. Поэтому непонятно, как это все там у них решается, но как-то вот решают они все-таки эту ситуацию. В общем, как-то так. Ну и мой совет водителям, если вам предлагают помощь юридическую и практическую, то никогда не отказывайтесь, вы ничего не потеряете абсолютно. Зачем вот сейчас было водителю отказываться, если он спокойно, если он не нарушал, то он спокойно мог уехать сейчас. В принципе, не знаю, чем закончилась история, мне самому было бы интересно, но как-то закончилось оно. Все, пока-пока.